обороне. Враг не должен обнаружить хим-контейнер. Комплект пластин готов. Где бронь? Доспехи набирайте. Разведбот врага нашел хим-контейнер. Ты ж... Заблокировал дверь! Знаешь, на движке Сиджа надо делать какой-то симулятор там это. Ремонтников. Квартирный вопрос. Квартирный вопрос. Так и быстренько отряд вбегает. Да. Вражеский бот, да. Ух ты, блин. Блин, я ранил. О, флешка. А, флаг. Черт, я думал, завалю его. Не-не-не, там много их еще. Прям по кумпу. Понятно. Где они? А, вон. Так, и входит в соседнее окно. Ваня, сзади. А! Спасибо. Флешка, да. Вау! Блять, а как он через что он меня убил-то? Через стену. Да, вот здесь дырочку пробил, и хреначит. Ох, нифига он меня увидел, я его не увидел, он... Какая читерская игра. Ну, вообще, ладно, сейчас затащит. Их, кстати, на лестнице было двое. Справа, по-моему. За... Да, вот там они висели, двое человек было. Подновим тебя. Вот он, типа, простреливает. На нуле! Иван читер, стопудово. Пупкин тоже так же все хвалит. Фу, я его тоже уронил. Блин. Дробовикам, зафига частен. С другой стороны обозит, там вдруг может стать в стиле. Ах ты! Зря вообще полез, я слишком это зазнался. Ой-ой. Надо было с той стороны обойти и сделать дырку из этого дробовика. Да, я сделал уже, причем заранее ее даже. Ну давайте, осталось-то. А, у них двое, у них еще фьюз есть. Может быть, шороху наведет. Перезаряжаю. Ну, из пистолета нормальные троих. Да, вообще, я говорю, ты читер. Так не бывает. Установлю взрыв пакет! О, нифига себе. Чувак, молодец. Молодец. Прям четко знал, где выйдет. Угу. Только наши слаженные действия помогли выиграть в этом раунде. О, игрока заблокировал Battle.ai. Друкан. Чё-то как-то сильно блокирует. Блин, опять все забрали фьюзов и всех. Блин, почему нельзя вот в этом купить? Кого? Прицел. Ну, в этом режиме тут можно изменить, типа, обвесы, но нельзя купить оружие. Да, нельзя, надо выйти в меню, зайти. Ну, не выйти там, либо следующего этого, да, дойти. Какого? Раунд. А, у меня же денег нет, что я куплю. А, есть у меня теперь уже. Я же выполнил два челленджа. На прицел как раз хватит. Остается
Отлично. Удалось обнаружить контейнер. Да как так-то? Вот так вот. Читы новые. Дайте, ах ты, у них глушилки стоят. Угу. Только он, это, с помощью бота нельзя их заставить выстрелить себе в ногу. Начнем через 10 секунд. У вас еще 5 секунд. Обнаружьте и захватите химконтейнер. О, САЦ со щитом, надо его прикрывать, Квитер. Я предлагаю сбоку зайти, там можно стенку взорвать, войти. Только, блядь, это не проблема. Давай, иди. Можно вообще сверху забежать. Вот этого крутого чувака я все убил. Он нас уже беспокоил. Аккуратно, здесь капкан. Да, я взорву. Отойди. Давай. Вот тут через верх сейчас группа пойдет. Тут не капкан. Тут нужен термит сверху. Как его? Фига себе. Так. Да что ж такое? Я в два капкана попал. А, кстати, я могу здесь стенку взорвать, которая... Так, он в другой комнате. Прям на меня смотрит, считай. Ага. За стенкой, аккуратно. Из дырки смотрит. Блин, гранат нет, нихуя. Так. А, вот ты же термит. Можешь это, да? Блин, я же могу его пометить. Вот он. Осторожно, здесь моя C4. Где так дело? А, так C4, она не френди файрит. Так вы все свои, чего перестреливаетесь? Нет, там эти самые, там просто эти, блин. Блин, ты ж уже все капканы соберу сегодня. Что? Капканы просто везде, да. Там двое, один слева. Всего. А другой в вагончике, вагончик. Победа. Противник нейтрализован. А, мы выиграли, что ли? Mm-hmm. У меня просто ничего не произошло просто. Это меня вытащил из капкана. Ну я вытащил, да, из капкана, и все, у меня раунд закончился. Слушай, у нас что, было два щита? А, точно, да. А, да, я их продал. Скин у меня оригинальный. Ну, латексные такие эти. Нифига я вам настрелял. Достижение дали какое-то. Ежедневные испытания. Это которые тебе эти самые дают? Mm-hmm. Денежки, типа валюты. Пакеты. А что вот это, вот эти взрывы, какая-то появилась? Шансы 55. Так, винтовка. Прицел. Что-то пытался постримить. И? Сначала скорость была нормальная, а потом дропнулась до 5 кадров. Не знаю почему. О, вечер. Ничего себе. А? Мне кажется, я раньше не видел эту карту в ночном варианте. А я вроде не был в ночном. Ну, в смысле, его потом добавили. Да. Mm.
Ну. Кого-то. Деревня. А ты где стримил, на Твиче или Ютуб? Я на Ютуб. На Ютуб, кстати, можно стримить в 2К. Что-то у меня даже на Full HD какие-то проседания пошли. Не знаю зачем. Так что я сейчас записываю просто. На комп. К обороне. Враг не должен обнаружить хим-контейнер. Так, броня. Это зачем я это делал? Блин, я эту карту не люблю, потому что я вообще ее не знаю. Противнику удалось обнаружить контейнер. Я там обнаружил, что я примерно все карты знаю. Ловушка. Кроме новых. Ну, то есть я не скажу, откуда придут, но... Так, блужусь сильно меньше. Остается 10 секунд. Так, то есть кто? У вас 5 секунд. Сатос. Разведбот противника обнаружил контейнер. У меня за стеной. Да. Ух ты, кто здесь умер, упал уже. О, Аллах Акбар. Чувак запутался, проволоки запутался. У меня. Вау, сзади. Один враг еще жив. Враг уничтожен. Поздравляю команду. Изи. Мы одновременно еще убили их. Я своего, а с другой стороны инквизитор. Как говорят сейчас, изи капка или как? Да, да. Я даже никого ни в кого не смог попасть. Дайте мне фьюза, дайте кого-нибудь убью из своих. Как товарищ Максим тогда кричал. Да я никого не убивал. Не, я помню, я просто его выбирал, чтобы с калашником побегать. Мне потому что скин был. Меня все банили за то, что была миссия с заложником. Да, да, тоже, кстати, прикольно. То есть даже я не убивал, ничего не делал, просто его взял за сам факт. Ваша задача — обнаружить хим-контейнер. О, там уже один убил другого. А как они только, блядь, умудряются? Блин, пиздец. То, мне кажется, у них там какие-то ссоры с прошлого раунда. Ой. Буэро личе на аверо баррикадо. Они, походу, там же, где мы все. У вас всего 10 секунд. Осталось 5 секунд. Контейнер обнаружен. Захватите его. Кстати, здесь на улице камеры висят. Я, конечно, не знаю где, но они знают, что... Так, еще где-то должна быть. Я одну сломал. Не обнаружили. Замечательно. Ну, сейчас... Поломают. О, ничего, что забрался. На самый верх. Я просто хотел зайти, а не сорвал. Сатос, чё ж ты? Не свезло. Инквизитор, подожди меня. Оп.
Перевернулся. Подожди меня. Спецназ, мадафака! А дай я боту пущу, подожди. Здесь проволока лежит. Патроны кончились! Фу. Патронов нет! Так, она вообще в ту сторону? А, туда, да. Пока все окей, короче, можно идти. Что-то не разобрался, как за бородатый. Сейчас, подожди, еще раз включу. Что? Прикрывай, я за тобой. Ага, опаньки. Этот. Газ пустил. Угу. Твой бот? Да, мой. Вражеских быть не может. Ух ты, нас убивают. Блин, не успел вернуться. А, даже так. Готовы, мы, конечно, тут зря, потому что здесь встали в этом. Ну да. Утыкали свои телефоны и все. Да. И пропустили жизнь, которая прибежала между... Пробежала перед нами. Я, короче, не вижу совершенно эти ловушки Фроста и капканы. Капканы на полу. Не знаю, это с Атосом хорошо нашли. Все капканы. Не, я почему-то визуально не могу их это. Прям. Да как? Стену укрепил! Поставлю колючку. У вас 10 секунд. У вас 5 О! Секунд. Кого-то убили, не дайте что? Врагу добраться до объекта. Стена усилена! Тебя попали, что ли? Да, он мне пол здоровья снес. По ботам бил. Ох ты, Сатоса все золотое оружие. Сатос прям. Oh, ой, я сблокировал какие-то заряды этих. Прикольно. Фьюз, видимо, хотел пробиться. Хотя нет, X. Кайрос какая-то. Давай. О, прикольно, в три ствола его сейчас. Как это звучит? Букаки устроили ему. Жив лишь один противник. А, я ранен. Ты же медик, по-моему. Док, я вот тебя зовут. Пытаюсь подлечиться. Мне кажется, сзади сейчас будет, нет? А, нет. Не совсем. Снайпер, что ли, с этого? С улицы? Ну, сканер мой его не видит, потому что где-то он далеко, походу. Ну как он его убил? А, вон через окно, что ли? Blackbird, чё он там? Да, он с улицы где-то. Док слева. Смотрите прямо, я попробую. О! Молодец. А где он был, интересно? Слева, он сказал слева, я слева. И кинул. На тело не показали, кстати. Где он там стоял-то? Хотя вот я бы сказал, что это читы вот как раз. Со стороны.
Конечно, читы. Пойти чат нужно вырубать. Эш. Да что-то все те же самые, кстати. А где новые товарищи? Их, помню, только так юзали. То одноглазого товарища, то еще у кого-то. Ну, мне кажется, базовые оперативники самые толковые. Обычно так и бывает, что базовые, да, самые прикольные. Да не, они прикольных периодически используют. Но мне кажется, сегодня у всех есть, плюс много новых уже игроков, у которых вообще там вот стандартная версия, там всего два оперативника и два защитника, все. Ну это самая базовая, которая сейчас появилась. Вот Скала взял и расстроился очень сильно, они зря такую вообще версию сделали. Да, кстати, зря. Потому что, ну, дешево, но никто в это играть не будет так. Не, ну ты же видишь, вот они у меня, кстати. Вот. Отлично. Нашел. Ты изобразил так прикольно страдания бота. А, фак. Меня убили. Моя жизнь робота кончена. Чё, кстати, можно с другой точки зайти? Или нет? Контейнер обнаружен. Блять. Захватите его. У меня, кстати, его... Я пустой, прикройте! У меня только база, тоже оперативники, кстати, есть, у меня других нет. Не, я несколько открыл по пути. Ну, в смысле, были базовые, типа я купил там то, что накопил. Мне просто жалко, честно говоря, вот так, блядь, меня обнаружили. Не, я тут думал закинуть чутка, а потом подумал, что все равно как-то это... Не особо. Хватает, короче. Гейтер, не несись, дай хоть боты пустим. А, зря он туда зафьюзил, там никого нет. Есть. Кавейра. Точно. Блять. Поднимите так, меня. Я поднимаю. Я прибиваю. Давай, поднимаю. Да. Где она? Справа, слева? Справа, по-моему, было. Впереди. Так, а где этот сац? А, вижу тебя. Сейчас включаю бота, сейчас смотрю, куда она делается. Вот она, передо мной. Все. Жилось. Молодой человек, что вы стоите на проходе? Подойдите. Тут чувак. Валькирия и еще кто-то. Слева. Ну, пометил. Пошумим на славу. Взрываю. Так точно. Двое. Прям здесь. Бегут там. Блин, да, там прям двое сидели. Аккуратно за. Блин. Живых один оперативник. Это плохо. Все оперативники мертвы. Синий убил синего, даже несмотря на это. Голову ему. Отлично, молодец. Самое классное, когда противника вынуждаешь на тимкилл. А, тачанку, можно вот тачанку взять, чё? Тачанку. Будешь... Бери, я сейчас что-нибудь другое возьму. Он руку возьму. Блядь, я не успел. Ну хоть пульса от нет, а новичка, который. Подготовьтесь к обороне хим-контейнера. Колючка, стреляйте жилеты. Противнику удалось обнаружить контейнер. Не обнаружили, вот у нас хер сидит. 10 секунд. Осталось 5 секунд. Стена усилена!
противника обнаружил контейнер. Это я тупо умер. Тупее вообще невозможно умереть. Это дальки далеко был садится, он из-за угла смотрел. Дальнего. Щит зашел, щит у нас. Блин, грант есть у кого-нибудь? Не дайте врагу захватить хим-контейнер. Попытки захватить хим-контейнер прерваны. Его. Спина его в этом. Ну ладно. Сзади. Группа провалила задание. Это он завалил. Уже хорошо. Ну да. Нафига так сосогнулось. А хорошо шли. Пакеты выкидываются, пакеты всякие раскраски даются. Всякие такие штуки. Пакеты даются за победу в играх. Ага. Значит, это типа это, сундуки местные. Чё, них? Прицелы и прочее? Нет. Говорю, раскраски. Скины. Всякие брелки на оружие, вот это вот хренотня. Не сообразил. Дима, Макс. Макс, куда ты сейчас? Чуть меня куда-то отвалил. Есть. О, новая карта. Ну, она, кстати, насколько помню, там всякие... Так, тут куча уровней. Карту отыграю и пойду. Угу. Окей. По 90, кстати, хорошая штука. Да. Ну, визитер скин для капкана. Скин где? Почему? А, почему где? Для пушки. Это какой-то дефолтный. Который красный, что ли? Угу. Hi, sorry, I bad player. Окей. К обороне. Враг не должен... Окей, блять, да. Так, я здесь ни разу не был, поэтому... Да, мне кажется, никто здесь ни разу не был. Установил преграду! Чё, потопуешь, что ли? Враги тоже заблудились. Да, 10 у кого уровня вообще капец. Капкан на месте, осторожно.
Капкан установил. К окну не подходите. Кого-то я слышу. Это я, топор. Я слышу бота, по-моему. Они выше. Так, это надо мной, да. А, слышу, да, где-то здесь. Опять надо мной. Слева долбит какой-то вот. А, соседний еще этот. Ага. Не моя комната, а через комнату, когда ты смотришь какой-то. Бота слышал, да-да-да. У меня да. Что-то трещит еще над головой. Проехал бот. Да, топают. Здесь. Ой. У меня над головой сломали. А, убили. Кэсю с дробовиком выпрыгнул. Очень быстро. Охренеть, там чувак выносит все. Быстрее, сейчас проиграем, все уже. Задание провалено. Захват хим-контейнера завершен. Они там с обоих сторон зашли. Шиш, бар. Блин, чуваки какие-то крутые попались. Ну что, по старой схеме? А что, у нас одного нету? А у них двоих нету. Не, вот. Так они какие-то крутые чуваки. Вань, мне кажется, можно за... вдвоем играть. За девочкой с косичками. Да каёбе. Сейчас да каёбе. Взламывает сотовую она. Определите, где хим-контейнер. Русский хакер. Читаю чужую переписку и выкладываю в сеть. Да, да, да. Твои голые фоточки. Бля, а где лестница наверх тут? Или вниз? Куда ехать? Я вот нашел наверх. По-моему, она с внешней стороны. Я, честно говоря, вообще не понимаю, где я нахожусь. О, опаньки. Максим все взорвал. Да, тут, тут. Так, слышу, нашел. А, внизу, значит. Да, я сверху. У вас еще 10 секунд. Какие 10 секунд, я даже... До начала 5 секунд. Каждый раз карты сначала кажутся такими большими, а потом, когда привыкаешь, кажется, что маленькие довольно-таки. Блин, а, дай вправду внизу. Внизу. Сейчас, сейчас, там где-то за лифт. Лифт с музычкой. Опаньки, справа. Сейчас робота включу. Меня почти убили. Входи тогда. Чувака, он здесь ждал. Ага, вижу. Вот здесь, да. Блять. Да как он не умирает, блять. Причем это этот новичок, ну типа, без этого. Ну просто играть за этого чувака.
Так, кто над? Так, кто живой у нас? Понятное дело. Никто уже. Не, почему он строй жил? Понял. Только мы мертвые, да? А, остался опять с щитом просто в одиночестве. Да. Я думал вас спасти, но что-то вы побежали вперед. Ты как-то идешь вперед просто с щитом. Ты очень слишком осторожный человек с щитом. Надо просто идти, да, типа засадился мы. За его широкой спиной. Куда? Тасу, ты как-то это должен. Ты под них подстраиваться тогда. Одни, потому что туда не ходят. Вот, тут тоже музейная тема какая-то. Просто это. Фига, фига, ты кричишь, Пол. От выстрели по этой-то и все, что-то. Вон она стоит посередине. Ну, чувак, случайно не сумел. Врага, и прекратите все действия. Устраните врага и возобновите охрану контейнера. О, лежит. Да здесь он, давай. Охраняйте контейнер. Выход один противник. О. Победа. Противник нейтрализован. Кучит пригодился. Нет, это красиво вообще сейчас было. Когда такой, вот он валяется. И хедшот. Так, а мы же сейчас в атаке. 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 А, таком. У меня нету. Мимасика-то. Точнки на меня, кажется, нету. Фига я. Мне казалось, что есть. Вот не задача. Кого нету? Поиграть. Тычанки на меня нету. Пишет. Только за очки. Только за очко. Он же, по-моему, в стандартном пакете открывается за дешево совсем, там, за 1000 или за 2. Ну вот только что ты написал, что. Сатас. Че, беги, беги. Ничего, просто так. Нравится произносить твой ник. По-моему, у меня это. Броня. Лучше поздно, чем никогда. Да. Еще 10 секунд. Надо здесь как бы зайдя. Контейнер не был обнаружен. Защищайте объект. Лошары. Даже непонятно, куда ставить эту тачанку. Можно ли в это вообще залезть? Интересно. Окно перекрыто. Здесь все стенку забыли, которую, походу, дело. Здесь, да? Последняя. Привет. Ух, нифига ты такой. Прикольный чувак стал, молодец. А, ух, еще надпись Лорд написано. Где? Хера себе. Я только сейчас внимание обратил. Есть защита! Они все, что могут сзади залезть в окно. Я знаю. Я так понимаю. Честно, с таких сторон могут залезть, что... Никого нет, да? Кадр никого не видит. Они да тоже сейчас ищут. Хоть сверху зайти не могут.
Даже интересно, вот в окне что-то можно сделать, нельзя сделать. Потому что я что-то не видел выпуск хода в окно никакого. Бот едет. Враг обнаружил хим-контейнер. Как о, бот, значит, да. Не на этом тоже. Бот. У меня. Точнее, от этого, от вас. О, пулеметчик собрали. Если меня здесь видели. Да, они там. Были на этом. А... Чувака удаление из игры. Удаление из игры. Окей. Датчик пульса активировал. О, нашел, да. Причем там двое, походу. Вот он, прям за стенкой у меня. С твоей стороны, да, Сац? Да. Вон он, еще раз здесь. Да. Перезаряжаю! 15 секунд. Веду поиск противника. А не, походу, дайте. Там еще, сзади, с окна. Фух. Живых только один брать. Процесс захвата прервали. Устранить противника. Не дайте врагу возобновить процесс захвата. Враг уничтожен. Это было круто. Поздравляю команду. Да. Сатус у меня фраг украл. Да. Буквально на долю секунды я начал стрелять, да. Они, походу, не могли найти, короче, куда идти. Жакал. Но мы тоже не знали, откуда они придут. А табуретов особо не было. Там либо сзади, то есть либо из окон, либо через дверь. Они даже. Не, в итоге они же вошли со всех сторон. Ну, просто вверх. И справа, и слева, и посередине зашли, и сзади в итоге слетел один в окне. Экзитер, у тебя щит есть? Нет. Я фьюз не беру щит. Okay. Я не умею щитом. Это хорошо, иначе у нас сейчас было бы 3 щита. А что, прикольно, может быть, не сделать домик. Обнаружен хим-контейнер. Внизу так. Никого нет, походу. Тут не слышно ничего. Поздравляю. Я нашел. Удалось найти хим-контейнер. А, еще внизу. Я не до конца спустился. Там прямо после спуска в лифт, кстати. Налево. Начнем через 10 секунд. Капкан стоит. У них этот капкан. Да. 5 секунд. Контейнер обнаружен. Захватите его. Кстати, можешь спуститься здесь? Можно. Как и вас. О. Ништяк. Так, мы что-то переспустились. Слишком сильно. Тебя надо по периметру обходить, чтобы с той стороны выйти. Тут у нас... Отсюда не ждут. А, нет, по периметру не обойти. Может здесь, может. Ну, там китовка есть. Закинул такой через пол карты. Тихо, это здесь, да, на этом даже. Да, на этом. Окей, давай. Ой, вот такая рейнджерия прикольная. Квизитер, опусти вперед, Сатоса, что ты? Где? Где? Рискуешь здоровьем. Я иду. У нас капкан еще здесь. Дай бота, может, еще вперед пустим.
Сейчас я. Я просто хочу немножко пофьюзи поработать. Ну, пофьюзишь потом, когда. А, здесь так, тут комната чисто. Сейчас пойду посмотрю там. Чисто, да, вот это вот? Да. Пойдем туда тогда. Стой, назад. Противник. Опа, я что-то щит сломал. Тут был капкан. А. Прекратить все действия. О, сзади. Впереди. Блин. Сзади кто-то забежал и убил. А, Сатас, Сатас. В этой херде сидел. Первый-то, который. Я с тобой отсюда. Не забыл. На ресепшене. Один забыл. На ресепшене, да. Сейчас там матч-поинт. Дока Йоби. Это что у него впереди? Броня какая-то? Да нет. На груди. Пластиковая хрень. Для красоты. Девочка же. Девочка, наверное. Клеймер есть? А сколько да. Клеймер-то? Не знаю. У нее либо дымовая, либо клеймер. Контейнер. О, у меня в той же комнате, короче, где я это, где и было. Отлично, удалось обнаружить контейнер. Начнем через 10 секунд. У вас еще 5 секунд. Идите к точке, где находится объект. Спускаемся опять. Только теперь мы можем на этом этаже просто выйти. Наверное. Вперед лезть. Они хреначат через всю эту. Да. Здесь можно пораньше выкатиться просто. Да, блин, на этаж ниже, если что. А, разве? Там лестница есть. Да. Да еще потолок пробьем, что. Нас обнаружили. Обнаружили, да. Нашел. Опять меня обнаружили. Нет, видимо, камера еще здесь. О, тоже обнаружили. Вижу. Ставлю, ставлю. Опаньки. Сзади. Сзади. Сзади откуда? Ты видел? Да-да-да, я попал несколько раз. Отходи назад, я мину поставил. Там этот Кавейер или как ее зовут? Который типа бешеный. Убили меня где-то сверху. Да-да, бешеный. Она выше. Где-то выше. Ну, ты где? Далеко где-то где-то? Здесь стоит. Стой, 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 не прыгай. Прикрой меня, что значит, там бот у меня остался сейчас. Попробуем. Робот готов. А, робот готов. Она пришла. Убил. Сейчас я попробую подключиться к их системам. Слушай, здесь никого нет внизу. А, есть. Вс,
все, Серсат сможет полить камеру. О, блин. Лайди из этого. Он в сосед... в задней комнате налево. И снизу еще палят, они, видишь. Ой, под перекрестный огонь встал вообще. Я думал, успею добежать. Ты прям зря вперед вылетел. А там просто внизу никого не было. Не, был. Снизу тоже стреляли, видишь, чувак. Ну, не чувак. Просто я думал, может... успею. Да. Ладно, я пойду тогда. Давай. Давай. Всем спасибо за игру.